Соня Уюсова, 8 лет, город Москва. Я люблю плавать, правда, нету времени, чтобы ходить на плавание, заниматься им. Раньше я ходила на спортивную гимнастику. Мне там очень нравилось. Потом я начала ходить туда каждый день, не было свободного времени. Мне стало тяжело. Занимались два часа без перерывов. Это было очень тяжело. Потом у меня еще была школа, пришлось бросить. Потом я ходила на художественную гимнастику в школе. Занималась ей долгое время в первом классе. Потом бросила, начала ходить на танцы. Мне на танцах очень нравится, хоть там и учитель строгий. Мне все равно. Для меня это увлекательно.